Viva la guerrilla! Мы просили повстанцев прислать транспорт. Осколочная. Получайте, пидоры. Вижу цель номер два. Враг ликвидирован. Попросили у повстанцев отвлекающий огонь. Мы попросили повстанцев отвлечь их внимание. Враг готов. Связали с повстанцами и взяли подкрепление. Дрон в полете. Черт, утром будет больно. Отвлекут. С этим мы разобрались. Запрашиваю отвлекающий огонь. Одним врагом меньше.
Эти припасы поднимут наш авторитет среди повстанцев. Вижу лэптоп. Вроде бы он в сети. Посмотрим, что там есть. Загружаю и сразу отправляю данные Боуман. Ждите. Боуман, это Намат. Отправляю тебе журналы сообщений из центра связи картеля в Монтойоке. Там может быть имя этого старшего инструктора. Получаю. Ждите. Амблом. Здесь нет ничего на этого типа. Но кое-что интересное все же есть. Они отправили поисковые отряды за дезертиром. Один из новобранцев сбежал пару дней назад. Они считают, что он еще где-то там. Как это нам поможет? Если его какое-то время обучали, то он вполне мог столкнуться с нашим инструктором. Думаешь, он знает его имя? Давайте это выясним. Флорес держит в банке Барвеча с миллиона отмытого кэша. Мы подломим банк и передадим денежки Паку Катари и его дружкам-революционерам. Мы попросили Пака прислать трансфер. Дрону кранты. Они нас грушат.
Спокойно, идем. Пинче каброн. Ниди, заноза у тебя в заднице и ствол у виска. Выкладывай коды доступа к хранилищу, а Спрут сделает свою работу. Спрут? Да блять. Ладно, Эстабьян, вот вам коды. Это Номад. У нас есть коды доступа. Повстанцы готовы? Снять со счета пару сотен миллионов боливианов? Всегда готовы. Ждите сигнала. Конец связи. Мы выручили повстанцам. Одним врагом меньше. Сигнализация отключена. Эй, тут оружейный ящик. Круто. Это мне пригодится. Мы поручили повстанцам разведать местность. С этим мы разобрались. Зараза, чертова сирена. Мы запросили подкрепление у Пака Катари. Одним врагом меньше. Мы попросили повстанцев отвлечь их внимание. Сигнализация выключена. С этим мы разберемся. Света шумовая.
течет! Как у нас дела? Потом. Будет больно. Попрошу повстанцев отвлечь их внимание. Противник убит. Вижу оружейную установку. Наблюдаю небольшую группу целей. Повстанцы здесь. Они опустошат хранилище, а мы ударим по дороге. Теперь известно, где личный комп Нидии Флорес. Взломайте его. Мы просили повстанцев перестать тратить наши красотки. Цель уничтожена. Лечу я. Ое, амиго. Миссион комплита. Боевики уничтожены, вы в безопасности. Мучус грасиас. Без вашей помощи мы бы тайник не взяли. Вас поняла. Постарайтесь не тратить все сразу. И распустите слухи, что вам помог Спрут. Перессорим их, да? Хорошо. А американцы умнее, чем кажутся. Грасиас, Янки.
поручили повстанцам провести разведку. Теперь их 10. Вижу цель. Одним врагом меньше. Связались с повстанцами и вызвали подкрепление. Повстанцы отвлекут их. Ого, вижу охеренный домище. Владение королевы красоты. Нам бы заглянуть, поздороваться. Боуман говорит, она сейчас в Перу. Деловая поездка. Ну, давай немного разведаем. Почти! С меня хватит, красавчик! Я тебе говорю, все! Хватит! Транкила, Рейна. Ты говоришь мне полегче? Знаешь, полегче, этого мало. Да Спрут просто сраный бухгалтер. Какой от него вред? Идиот! Спрут — эксперт по эффективности. Все знают, что он хочет, чтобы мы отмывали бабки в Монтевидео. И он будет рыть землю, чтобы доказать, что я обуза для финансов картеля. И мечтателю больше не... Вот ее кабинет. Заглянем в компьютер. Мы перевели где-то 50 миллионов со счетов НИДИ на счета якобы Спрута. Дело не хитрое, но результат будет. Угоните один из грузовиков картеля с наличкой и спрячьте у Спрута в гараже. Когда Нидия Флорес узнает об этом, она обвинит его в краже. Смотри, серебряный рудник Барвечес. Полагаю, тоже принадлежит Санта-Бланке. Она тут наложила лапу на все. Вопрос на миллиард. Кто это покупает? Нефть, минералы, наркокартели и террористов. Все это как-то попадает на рынок. Там серебряный рудник. Санта-Бланка захватила все в этих краях. Наняла Барвеха с плата для управления добычей. А с точки зрения горняка, какая между ними разница? Когда ты в ловушке на глубине мили, все боссы одинаково плохие.
Мы попросили Пака прислать транспорт. А вот и ваша боевая машина. Мы просили повстанцев прислать транспорт. Я поведу. У Спрута где-то здесь есть гараж. Туда и загоним грузовик. Что это за аудитор такой с гаражом? Такой, который инвестирует в разные предприятия, чтобы его боссу было легче отмывать деньги. Он в воздухе. Вижу небольшую. Они всполошились. Мы поручили повстанцам разведать местность. Появился один с пистолетами и пулеметами. Враг убит.
Мы попросили Пака прислать транспорт. Круто, где-то здесь есть гараж. Туда и загоним грузовик. Что это за аудитор такой с гаражом? Такой, который инвестирует в разные предприятия, чтобы его боссу было легче отмывать деньги. У них сигнализация. Цель уничтожена.
Мы просили повстанцев прислать транспорт. Круто, где-то здесь есть гараж. Туда и загоним грузовик. Что это за аудитор такой с гаражом? Такой, который инвестирует в разные предприятия, чтобы его боссу было легче отмывать деньги. Вижу генератор. У них сигнализация. Дрон готов. Заметила еще одну цель. Цель 3. С этим мы разобрались.
хочу, чтобы ты был вежлив с Нидией, Спрут. Босс, госпожа Флорес либо что-то умышленно скрывает, либо совершенно не умеет вести бухучет. Насколько я могу судить, она использует систему одинарной эмиссии при ведении кассового учета. При таких оборотах она должна хотя бы вести учет нарастающим итогом. Она королева красоты и начинала с эскорта. Ее бухгалтерия зияет пробелы. Если она воровала, то подчищала бы наличные депозиты по мере поступления из Бразилии или при их отмывании в банке. Я не сомневаюсь в лояльности Нити. Ты приедешь в Боливию, ты проведешь аудит и научишь ее правильно. Мы попросили Пака прислать транспорт. Положа руку на сердце, хорошо бы нам перевести все операции по отмыванию денег в Уругвай. А я утром вылетаю в Боливию. Тут полно всяких лампочек и тумблеров. Вот гараж. Теперь пусть Боумен сольет информацию людям Нидии. А Нидия начнет гоняться за Спрутом. Наша провокация убедила Нидию Флорес в том, что Спрут тайком обокрал ее. Она вне себя от бешенства. К счастью для Спрута, его дружок Вагнер был настолько любезен, что дал нам номер его мобильника. Вы его отследили? Думаю, он знает, что Нидия ищет его. И собирается сбежать в Мексику. Помогите ему добраться до аэропорта, и пусть он наговорит мечтателю гадости о Нидии. Принято. У нас есть информация о месторасположении нескольких кокаиновых нычек в Махакое. Необходимо их отыскать и уничтожить, чтобы надавить на местного босса. Поручили повстанцам провести разведку. Снайпер на той крыше. Unidades, comiencen el ataque.
escuchamos. Hay una patrulla en camino. Дерьмо. Дрона. Наблюдаю небольшую группу целей. Мы поручили повстанцам разведать местность. А вот и третий. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Есть еще один. Всего 10. Где вы шлялись? Враг ликвидирован. Мы вызвали подкрепление повстанцев.
Тут еще один склад. Кто тут готов? Осколочная, получай. Вижу еще одну цель. Цель уничтожена. Пора сваливать. Им все сложнее прятать эту срань. Боумен, мы уничтожили кокаин. Где босс? На этих складах было меньше товара, чем мы ожидали. Намного меньше. Мы охотимся за порошком или за боссом? Пока вы действовали, телефон босса не умолкал. Центр засек его местонахождение. Дом в ранчо Сабала. Проверим. Доставьте его к месту встречи. Хочу спросить, где он спрятал Коку. Ура, готов. Имеется инфа относительно активности картеля на кладбище Паровоз. Пошуруйте там. Я за штурвал. Вижу вторую цель. Цель 5. Стой. Похоже, впереди люди картеля. Кажется, Боумен была права. Что делаем, босс? Найдем главного и внимательно выслушаем. Вижу смотрящего Санта-Бланки. Думаю, он именно тот, кого мы ищем. Есть. Помните, он нужен нам живым. Если это туристы, то я свой ботинок съем. Думаешь, это связано с Ридом? Есть только один способ проверить. Что с гражданскими? Сможем, выпустим их. Но это не приоритет. Ясно? Ясно. Враг ликвидирован. Хочешь договориться? Ладно, сдай мне Рида и останешься жив. Тихо, тихо! Слушай, я вообще не знаю, где он. Рид работает через посредников. Кто эти люди? Откуда они? А картель? Картель в доле? Нет, мы все себе оставляем.
Впереди люди картеля. Кажется, Боуман была права. Что делаем, босс? Найдем главного и внимательно выслушаем. Вижу смотрящего Санта-Бланки. Думаю, он именно тот, кого мы ищем. Есть. Помните, он нам нужен живым. Если это туристы, то я свой ботинок съем. Думаешь, это связано с Ридом? Есть только один способ проверить. Что с гражданскими? Сможем, выпустим их. Но это не приоритет. Ясно? Ясно. Тут полно всяких лампочек и тумблеров. И todo saldrá bien. Только спокойно, ладно? Давай поговорим. Может, мы с тобой до чего-нибудь и договоримся. Вот как? Ладно. Сдай мне Рида, я не вышибу тебе мозги. Тихо, тихо! Слушай, я вообще не знаю, где он. Рид работает через посредников. Кто эти люди? Откуда они? Есть 5-6 городков, в которые Рид любит заезжать. Такие места, где люди пропадают, и никто не задает вопросов. Такие дела. А картель? Картель в доле? Нет. Мы все себе оставляем. Если мечтатель узнает, он всех нас отправит к Пасолеро. Мне нужен список всех этих городов. Живо. Тихо, сейчас. Вот. Любой каприз. Но не говори никому, что это я сказал. Боуман, ты была права насчет Рида. Эта гнида торгует людьми прямо под носом у мечтателя. Прекрасно. Мы могли бы использовать это для давления на Рида. Продолжай тянуть за ниточку. Посмотрим, куда она ведет. Что насчет контрабанды кокаина? Продолжай работать и над этим. Рид там тоже замешан. Если повезет, убьем 2 зайцев одним выстрелом. Принято. Конец связи. Мы просили повстанцев прислать транспорт. Почти!